Приветствую вас на канале Beer Hunter, мое имя Олег. И перед тем, как начать смотреть это видео, подпишитесь на этот канал, поставьте лайк, а мы начинаем. И сегодня в видео мы будем стрелять с арбалетом силой натяжения 120 фунтов и с этим же арбалетом, но с силой натяжения в 200 фунтов. До мини 120 фунтов, пеноблок 10 сантиметров. Чпоньк, с таким звуком всегда втыкаются сюда. Так, и теперь усиленный дум мини. 200 фунтов плечи. Я надеюсь, что он сможет справиться с этим пеноблоком. Опачки. Опачки. Так. Он с пеноблоком не справился, но зато мне надо поправить прицел. Пойдемте посмотрим. Моя охота на пауков продолжается, но я опять не попал по нему. Короче, обратите внимание, насколько глубоко зашли стрелы. Вот это у нас Doom Mini с обычными плечами, вот это с усиленными. И разница, короче, Doom Mini с обычными плечами попал даже, ну, стрела воткнулась гораздо глубже, чем у Мамбы с усиленными плечами. Ну, а с усилками, так вообще весь пенетратор, считайте, сколько, сантиметра 4 или даже 5. Во, прям вот настолько вошло, то есть... Ну, это прям впечатляет на самом деле. Надеюсь, это видео было вам интересным. Если да, то пишите комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до новых встреч.